Друзья, всем привет-привет! Всем привет, друзья! Сегодня мы решили сделать еще одно видео. Это пакет-сюрприз из магазина потерянных посылок. Мы уже такое видео делали, кто видел. Сегодня мы решили не рисковать, взять за $5, но красивый черный пакет и посмотреть, что же нам сегодня там попадется. У нас сегодня главный блогер Мия вместе с нами. Поэтому будем открывать, мы не знаем, что там. Там все упаковано, что там, степлером перепечатано. Так что давайте будем закрытыми глазами доставать. Я так сейчас поставлю, да? Ты с нами? Почему мы решили еще купить? Еще раз купить. Она возле меня. Да. Друзья, мы... В прошлый раз нам попалось ничего такого, но нам понравились эмоции, которые мы получили. Да. Особенно Миюшка. Такие эмоции. Так, ну все, я открываю, не смотрю. Да. Аккуратно разрываем. Может, в этот раз что-то будет хорошее, стоящее, не стоящее. Никто не знает. Да. Так, ах, укололся. Ну, все, достаю. Первый товар. О, что-то новенькое. Уже. Что это? Тату-липстик. Это уже, скорее всего, у Лянки пойдет. А это как? Тату-липстик, будь здорова. Ну, ты, наверное, ну, тут написано, ты, видно, клеишь что-то, потом водой натираешь и все. Ну, и тут какой-то будет рисунок, что ли. Да ты что? Ну, да. Ладно. Не знаю. Ну, много чего просто интересного. Waterproof and long lasting. Надо посмотреть, что там еще за татушка будет. Ладно, хорошо, интересно. Давай тут спать. Ну, она не мешает никому, давай, да? Давай тут с папой. Все, спать хочешь. Ну, все, ты хочешь спать, да? Иди спать, вот иди здесь. Иди к маме. Продолжаем. Ладно, продолжаем следующую коробку. Но... Такой нам... Целый ящик. Да, целый ящик попался, они по доллару. $3. Там под низом есть? Нет, ничего не написано. Убрали. $3 будет. Будет еще один. Друзья, нам целый большой ящик попался. Таких вот декоративных домиков. Нравится такой, да? Мне они понравились, если честно. Я планирую в следующем году раздаривать подружкам, родственникам, друзьям. Смотрим, давай. Хорошо. Так, давайте. А что там на ощупь? Не знаю. Попыты? Да. Ну, Яна, год назад она еще интересовалась. Не соруди. Одна центиметра, она вторая растет. Так это будет неинтересно, я думаю. Тебе, когда она вырастет? Да. Ну, значит, подарим кому-то. Смотри. У нас знакомый есть с детьми-то. Три штуки раздарим. Ну, они дорогие. Я думаю, долларов 15 будут стоить. Ну, вообще-то уже... Да? Уже, я думаю, вот этими тремя вещами окупили мы весь пакет за $5. Так, продолжаем дальше, не останавливаемся. О-о-о. Это Ульяне 100%. Да. Бижутерия? Или пусто? Нет, смотри, кошелек какой-то. Для карточек. Не кожаный, правда? Да нет, вроде бы. Да, еще и 12 месяцев гарантия. Покажи. Ранчбэк. Да, не кожа. Ну, такой. Да, получается Slim, написано Slim Minimalist Wallet for Men. О, точно не уляшки. Ну, такой синий цвет. Ну, что, Миш? Может, куда-то... Хороший товарчик. Я думаю, в машине, может, визитки пусть будут. Точно. Так, следующий. Этот пакет, друзья, да, однозначно получше. Отличается. Даже по ценам. $3. Ой, класс. Ну, это американских. У нас Мяу Крисмас. Ну, интересно. А железная или керамическая? Керамическая. Кстати, я почитала, в чем отличие керамики и фарфора. В чем? Фарфор это тоже та же самая керамика, только в лучшего качества. Лакшери. Да. Так, давайте следующее, что-то тут тканевое. О, а ну, размерчик-чей? Ульяне. Да. Ну, это Crop-top. Для взрослых. Смотри, но $5. Я думаю, будет она носить это. Wild Fable, Medium. Да. Ну, отдадим, да. Я такое не буду носить, это слишком коробка для меня. Пусть носит. Нет, а что за материал? Посмотри, пожалуйста.
Это тоже таргет. Что-то там было. Там цена должна быть. Я же сказал, $5. А, да. И материалчик. Написано, сделано как минимум 30% полиэстера. А сколько, может, тут где-то есть на выворот? А, вот точно, на выворот. 57% картона. Ну, такое качество себе. Ну, за 5 долларов. Ну, спасибо, да. Долларов. Уже пакет $5, футболка $5, все. В принципе, так, следующее. Ну, елочки. Да, такое нам тоже попадало. И в прошлый раз. Так, штук давайте, 5, да. 6. Так, о, еще один домик, вот цена $3, да. Походу, сейчас у нас будут одни домики, елочки. Да. Ну, хоть не пингвины, как в прошлый раз. Ой, вот это мне самое больше не понравилось. Мне кажется, это даже не модно. $5 большая. Ну. Ну, ладно. Гараж будет украшать. Дверь гаража, чтобы отпугивать всех. Так, ну... Свечка. Ну, уже можно использовать. О, такая нам попадалась тоже в коробке потерянных посылок. Да, да, да. Три штуки в наборе. Праздничная упаковка была. Угу. Ну, черный пакет сегодня удивляет. Лучше, чем розовый, однако. Ой, не туда моя рука пошла. Посмотри, мне одни елочки попадают. Ой. Так осторожно. Стеклянные, да? Доллар. Ну, смотри, уже раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ну, каждый из них минимум. Что-то... Нет, петелька нам не попадалась, не надо ее сюда ложить. Все, упала два петелька. Упала петелька. Так. Ну, еще один виджет, походу. Да, это... Мия будет он играться с ним. Помоем пусть, да? Да нет. Нет? Пусть грызет. Нет? Не хочешь? Не-не-не. Точно? Смотри. Это все китайское, Антон. Ну хорошо, может пластмасса типа да. плохая. Да, моя рука. Это все Алиэкспресс. Ну, давай что-то интересное нащупаю. Ого! Вот это интересно, спасибо. Девочкам. Сам пакет смотри какой. Смотри, Миша, как тебе пакет. Хорошо. Девочкам понадобится. Так покажи поближе. Да? Так а что вы? Не спрашивайте. У нас есть побольше крабики. Это чисто такой маленький. Да? Приятно. Положили в пакет, да. Ну, я не думаю, что они. Я думаю, такая упаковка просто. Да? Так, что здесь? Вот так и лежал, Антон, да? Ой, ты. Ну, вот это не... Смотри, прикол. Ложка. Ложка? Да. Нам, друзья, в открытых товарах попалась не ювелирка, а бижутерия. Да, и там написано, там была проба на серебре. Да, на одном из 900 них было, да. Какая-то там. Да, 925. Кто-то нам написал, что это, скорее всего, было какое-то легкое напыление серебра. Все возможно. Ну, это точно не серебро. Так, покажи нам. Ну, смотри. Так, ложка. Большая. Королевская, так смотри, да, королевская ложка. Да. Ага, серебряная. Потом ложка золотая. Ой, я не знаю, немножко... к чему это и куда носить, конечно. Ну, да, может, интересно. В этот, в столовую с собой. Так, что у нас тут еще? Так, это непонятно, покажи. Что это такое. Кораблик какой-то. Покажи нам. Магнит. А, это, мне кажется, с двух частей он должен состоять. Потому что здесь, видишь, магнитик какой-то. Оно, видно, как-то соединяется что-то. И что? Нет? Ну и какая-то фигурка. Еще где-то есть такой же браслет с такой же фигуркой. Или обломано, нет? Да, или обломано. А вот смотри, даже есть. О, с жемчугом. Вот это посимпатичней. С жемчугом. И написано... О. The love between an aunt and niece is forever. Это между тетей и племянницей. Ну, угу. У тебя нет племянницы? Случайно. Есть. Ну вот, все, можно. Да? Ну, так, давай, что же там у нас за улов сегодня? Ну, пакет тяжелый, да, был. Я же говорю, год назад Ульяна обалдела от таких игрушек. Миша от чашки. Так, давайте следующий товар смотрим. О, золотые кольца пошли. Ух ты, может какие-то красивые? Нет, это написано cat earrings, ну типа уши. Ну показывай. А самое прикол,
Что? Для мужчины. Да ты что, да. Господи, Мишка, ты куда? Показывай нам. Ну, это кольца, это для похода как туннели или что. Но сережки? А, кольца. Коль, ну, большие вот эти дырки в ушах, мне кажется, вот это. А не кольцо? Нет, это написано earring. Ну, мало ли что написано. В ухо. Ну, хочешь, будешь носить. Так большой палец. Ну, хорошо, и таких сколько? Три штуки. Ну, куда? Вот, друзья, куда? Конечно, мусорник пойдет. Простите. Ну. За реали. Да, хорошо, давайте следующее. Еще одна елка. Да. Сколько у нас уже? Хотя бы поменьше, чем в прошлый раз. В прошлый раз в том пакете вообще было. Тонна елок. Три таких, пять таких. Ну, это еще один брелок. Thank you. Thank you for being the dad you didn't love. Didn't have to be. Thank you for being the dad you didn't have to be. Спасибо за то, что ты был. Блин, как это на русском уже перевести? Такое слово оборот. Спасибо, что ты... Ну, что ты хороший, да? Ну, типа, да. Будешь носить? Я? Да, ну, ты же дед. А куда его, зачем мне? Я понимаю, что дед, но его же... Ну, я что? С ключами. Не так, ключей куча, от дома и все, и от работы. На месте. Так, ну, давай еще. Еще одна елка. Да. Сколько у нас уже? 4-5. Так. Ну, такой декор. Ну. И такое тоже у нас. Такое тоже. Миша, что это у папы вылезло? Что это? Смешно. Так смотри, она как стреляет, но. Ой. Детская игрушка. Улетела. Так. Еще один брелок. To my husband. Тоже носить? О, да. Металла. И вот эти ложки. И металла. Ой, господи. Ну. Хорошие эмоции, текст, друзья, у да. нас. Затратили не ну, 5 долларов, но тем не менее, тут сколько? На долларов, я думаю, 40-50. Ты не прочитал, да? Ну, там куча текста. Ну, да, и мелко. Давай, ну, еще. When I say I love you more, I don't mean I love you more than you love me. Oh my gosh. Типа, романтика. Ты меня, я не, да, типа, ты меня любишь, но ты меня любишь, а я тебя люблю, а ты меня любишь, и в ответ ты меня любишь, и любим друг друга. А я тебя друга. Больше да, люблю. Да, да, да. Нет, я тебя больше так, люблю. Так, хорошо, продолжаем, да? Что да. у нас тут уже? Сколько у нас тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, девять, девять, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, двадцать два, двадцать три. Ну, это даже если не в среднем все, да? по доллару, уже 23 доллара, даже если некоторые по 5, я думаю, на долларов 40-50 тут есть уже. Ну да. Ну вот это, я думаю, на Алиэкспресс долларов 15 даже может да? Мне кажется, 10 цен. Да нет там таких цен. Продолжаем. Продолжаем наши товары распаковывать. Так, конечно, ради сильно. Ух ты, какая милота, Минюша, это хорошо, наверное, тебе. Минюшек, смотри. Попался мега-горшок. У нас сегодня мега-распаковка, видишь? Боже, какой малюсенький. No. Эксклюзивчики у нас тут, ну, ребята. Ну, еще это, хризантема? Не знаю. Маленький горшочек. Пойдет, знаешь, кому? К голове Давида. Да, точно. Вот так вот, пусть стоит, радуется цветам. Так, ну, еще немного, друзья, еще немного. Ох ты что. Минюшка, ты что? Так, это что? О май гад. Я же говорила, эксклюзивчики. Все так запечатано, распечатываем. А ведро. Все, Миюшка, тебе мини-ведро. Паски играть. А к чему это? Да мне кажется, цветок садить. Да? А, может вот этот? Типа так, суккулент можно посадить, и будет тематика такая, фармхаус. Господи. Мы же уже знаем, в принципе, а чё нет, смотри как. Да. Смотри, чик-пик, все модно уже. Вроде бы по две вещи непонятные какие, а соединил и все. Да. Так, следующее. Так. Что это пошло? Мелочок какая-то. То у нас было
А это что? Для свечки? Наверное, ну, для свечки. Так, стакан. Стакан для свечки. Легкий, это двойной. Двойной, с да. С двойным дном. Ну. Легкий. Может, для кофе? Эспрессо, да. А чего ты смеешься? Кто с таких пьет эспрессо? Да? Для свечки, ну, наверное. Ладно. Пойдет. Но стекло, кстати. Ну, так. Ого, что-то крупненькое. Где оно там все вмещается? Борода или что? Давай, доставай. О, май. Вау. Это кожа убитого козла? Смотри. Коврик. Ну это коврик. Не, я сначала подумала, может замш, но не. Нет, а зачем такой мини-коврик? Мижик, тебе нравится такой? Пушистик. А ну, а что за форма? Круг. Ну это не вот совсем, так оно будет, наверное. Смотри, вот тебе фармхаус, все, да? Минимализм. Минимализм. Минимальный такой... Может, вообще непонятно. Коврик для срезали. Кукольного может, кусок... домика. Да-да-да, кусок срезали с ковра и положили. Остаток с ковра, наверное. Экземпляр? Да-да-да. Так, ну и последнее. О! Что это я уже? И А, и О, и все буквы алфавита решил сказать сегодня. Есть, а мы думали выбрасывать. Да-да-да. Так, давайте соединим и посмотрим, что же это такое. Что это? Ты понимаешь, что это? Приставка? Да, или я что? Тоже подумала. Точно? Точно? Да? Да. Но это для девочек получается. Да я не знаю, для мальчиков, девочек. Я вообще не знаю, но точно не для нас с тобой. У нас приставки пока нет. Играть нам пока негде. И ну, некогда вообще-то. Просто поодиночке непонятно, что это носить. Ну, да. То есть вообще как-то кусок пальца. Обрубано. Так, ну, вроде бы все. Я думаю, пакет пустой. Точно, да? Да, черный пакет, все. Классный такой. Пакет дороже, чем все это стоит, мне кажется. Ну, все. Все. Все, друзья. На этой ноте будем прощаться. Будем прощаться. Такое видео. Пишите, как вам выпускать дальше или нет. Что-то такие сюрпризы интересные смотреть. Мелкое, не мелкое. А вдруг попадется когда-то и крупное, и ты так, ух. Хорошо, всем спасибо, кто досмотрел нас до конца. Всем огромное спасибо, кто был с нами. Да. Кто? Лена же энергия кончается, она на это все смотрит. Да, кто был да не, я целую кто передачу, серьезно, я улыбалась. Кто сегодня был с нами? Спасибо всем, кто был сегодня да, с нами. У нас лучшие зрители, так что всем пока. Всем спасибо. Давай, всем пока-пока. Давай, пока-пока. Пока. Пока.